С молитвы началась работа Международной научно-практической конференции. О прошлом и настоящем православной церкви шел разговор между религиоведами, специалистами богословия, студентами профильных специальностей вузов. Думаю, что в современном обществе подобные темы вообще очень важны, поскольку сейчас общество стоит на определенном таком, знаете, переломе. И вот эти вот духовные ценности, вот этот вот пример, который нам подает церковь, святые, он очень важен. И мы должны действительно здесь брать пример с этого, чтобы совершенствоваться. Конференция православия в духовной жизни Беларуси вошла в большой цикл мероприятий, проводимых в рамках 370-летия со дня мученической кончины Афанасия Брестского. В рамках докладов и обсуждений было поднято большое количество тем, затрагивающих вопросы нравственного воспитания, молитвы и в целом позиции и места церкви сегодня в жизни человека. Конечно, самое главное – это духовно совершенствоваться, то есть становиться образом и подобием Божиим в своих действиях, в своих мыслях, в своих деяниях, в своих словах. То есть действительно быть свидетелем Бога на земле, как это задумано нашим Творцом. Конференция не против кого-то. Вот. Мы никого не собираемся осуждать. Мы свидетельствуем о том, что народ наш издревле православный и должен держаться этой вере, потому что в нем, в православной вере, в православной церкви народа утверждение. Конференция стала площадкой для международного обмена мнениями. На мероприятие в Брест приехали представители Польши и Украины. Такого рода открытые дискуссии становятся проводниками дружбы между народами, сплачивают людей и позволяют развивать активное сотрудничество. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.